прошли по мало, конечно, на мостом, и наша экскурсия продолжается по реке Мойке. Когда-то река Мойка называлась Илья или Моя, что означает грязь. И действительно тихая, мутная речушка вытекала из болот около Марсового хода. Со временем реку очистили, берега и расширили, одели в гранит, и гранитные набережные украсили ажурными решеткой. На Санкт-Петербург сравнительно молодой город. Был основан Санкт-Петербург в 1730 году Петром I на берегах реки Невы во время Северной войны. Река Мойка, по которой мы продолжаем путешествовать, в начале 18 века являлась границей Петербурга, который и разрастался с правой стороны. А с левой стороны во времена Петра I было построено здание императорских конюшен. Оно протянулось с левой стороны, повторяя плавный изгиб реки. Здесь содержались породистые лошади, кареты для дворцовых выездов. Правда, Петр I лошадей не любил. Его стихия были лодки, море и корабли. И жителям новой столицы предстояло отучиться путешествовать по суше. Мостов через него во времена Петра I не строилось, а только верфи, где изготавливали лодки для жителей города.